Что собирали мытари? Во-первых, не мытари, а мытари. И они собирали налоги. Вот сейчас стоп. Так, я так понимаю, спокойно, ответил, спокойствие. Да? Я бы вам ответил. А вот какую начали употреблять, я не могу вам сказать. Поэтому давайте подсказки, пожалуйста. А усищи-то неплохие. Ну, так же, да. Как у вас борода. Да. Да. Нас вообще видно хорошо? Нормально видно. Вот так вот прям. Подожди, подожди, не снимай. Под крючком. Вот чем, это особенно чем, чем-то право. Заправил, да? Чем-то вот намусорил здесь, я смотрю. Конечно, двумя средствами. Что за средства? Да? Но они заметны, как будто клеем намазаны. Они заметны, потому что погода была влажная, и поэтому... Ладно, переходим к вопросу. К каким вопросам? Который за бабосы или который... Честно, сколько смотрел вашу передачу, много серий, прям много, несколько десятков. В основном вы были возле галереи. Ну, я говорю, вот 9 из 10 я отвечал. И сейчас я несколько боюсь, что вы зададите мне вопросы. Напомните, как вас зовут? Евгений. Точно, Евгений. Меня Алексей. Максим, вот боюсь, Максим, старайся не трогать камеру, потому что она будет ходуном ходить. Я боюсь сейчас, что вы мне зададите вопросы, такие, на которые я не смогу ответить. Ну, давайте попробуем. Хорошо. В состав какого города входит город Манхэттен? Манхэттен. Так, что-то меня подловить хочет. Нью-Йорк. Нью-Йорк-Сити. Нью-Йорк-Сити. Сити. Не ведись на это. Рубрика... Я всегда думал, кто его снимает. Что за мужик? Хью Джекман. И это совершенно правильный ответ. Какую букву русского алфавита впервые употребили или употребили в печати только в 1795 году? Есть подсказки, как говорится. Подсказки есть. Дайте. У меня есть... Если вы спросили, какую букву удалили, после чего «Война и мир» похудела на сайт страниц, я бы вам ответил. А вот какую начали употреблять, я не могу вам сказать. Поэтому давайте подсказки, пожалуйста. Подсказка. Эта буква есть в русском алфавите. Буква «Ё». Вот хорошо, да, что есть такие возможности. Это подсказка от ведущего. Хорошо? Это отлично. Прекрасно. Вопрос номер... Третий вопрос? Нет, четвертый уже. Четвертый. Четвертый. Что собирали мытари? Во-первых, не мытари, а мытари. И они собирали налоги. А вот сейчас стоп. Что? Если... Из моих уст звучит каким-то образом, как-то, не как-то, а вот именно так-то, ударение, извините меня, значит, так и нужно ставить ударение, потому что это мой канал, и здесь я решаю, куда ставить ударение, где мне делать орфографические и пунктуационные ошибки. Извините меня! А я как и извините меня против. Мытари, да? Мытари, 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 был даже советский фильм «Мытарь». Это можно человек... вас поближе, чтобы вы смотрели в камеру? Да, я понимаю, да. Человек, который собирал налоги. Налоги, налогообложение, как угодно. Это неправильно. Подойти, чтобы... Да ладно. Ну ладно, хорошо, пускай это будет правильно. Итак, самый крупный город, стоящий на реке Кама! 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 Потому что Кама, 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 Кама – это велосипед Кама. А Кама – это река. Он решил меня завалить. Подсказку, пожалуйста. А что, мужик-то, который хотел участвовать, соскочил, да? Ну, к сожалению, убежал, да. Угу, хорошо. Я сейчас буду просто... Услыши про мытырей и все сразу же. Про мытырей? Ну, подсказку можно?
Так, ну что ж, с этой подсказкой, ну, так они еще так, они ребята, которые живут там, люди, они такие: «О, чё, чё там?» Это я, хотя так и самарский тоже диалект такой есть, знаешь? Я таких странных знаю. Это вот этот нереальные пацаны, это они оттуда, мне кажется. Не оттуда, нереальные пацаны. Четыре буквы, ёшкин-ко. Пять букв, ёлки-палки. Так четыре буквы или пять букв? Сейчас я считаю. Слушай, шесть что ли? Шесть букв что ли? Я так понимаю, река Кама, да? Шесть букв, да-да-да. На букву П. Пермь. На мягкий знак. Это браво. Частичная победа. Естественно, это частичная победа. Есть такая история, как дополнительный вопрос. И раз у вашей жены скоро день рождения. Да. И поэтому подарок от нашего спонсора. Это волшебный чупа-чупс из красно-белого. Всего лишь 4 рубля все удовольствие стоит. Ну куда вы хотели? Это чупа-чупс, они уже эти дорогие сволочи. Там по 15 рублей там продают. Вон, за 4 в красно-белом. Ну дешевле, чем зажигалка. Спасибо вам большое. Я на самом деле очень рад вас был увидеть, потому что смотрел ваши ролики очень многое время. Ага. Реально многое время. Многое. Да. Время. Раньше, конечно, очень там, грамотно говорится. Говорится, многое время прям. Долгое время. Мытыри у него, мытыри. Евгений Ширяев Продуксио. О, а это видео начинается. Здравствуйте, это новое видео. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Антон. Антон, вы наблюдали за тем, как я сейчас эту передачу вел. Да. Вы первый раз видите мое изнеможденное хлебало или уже нет, был? Нет, на Ютубе смотрю. Было дело. Вы смотрите только мои видосы на Ютубе? Да. Это нужно обнять человека. Наконец-то я встретил его, и его зовут Антон. Наша передача «Вопросы прохожим». Какая часть тела профессора Доуэля упомянута в рассказе Беляева? Голова профессора Доуэля. Нет, не бывает, правда. Достоевская – это колоритное место. Буду частенько сюда приезжать, чтобы снимать видос. Второй вопрос. Какие цвета на флаге Франции? Белый, синий, красный. Все сбилось. Сейчас, секундочку, я подгляжу, правильно ли этот ответ. Еще раз можно? Нужно по порядку сказать, какие? Хотя бы хоть как-нибудь. Белый, синий, красный. Хорошо, сейчас я еще раз посмотрю. Все сбилось. Максим, в Википедии посмотри, пожалуйста, правильно ли отвечает Антон? Правильно. Правильно, да? Ты знаешь, что ли? Да. Какой молодец, не зря и не зря сегодня он с нами. Третий вопрос. Что это за мужчина? Секундочку. Это рубрика «Угадай хлебал». Какой-нибудь Кевин Костнер. Какой-нибудь? Ну, конкретно он. Это не то, чтобы какой-нибудь, это просто какой-нибудьще Кевин Костнярище. А этот фильм, это «Телохранитель», где он с этой... Фильм не понравился. Что это? Больше нравится с ним, по-моему, «Подводный мир». «Подводный мир»? По-моему, он там играл. Так себе фильмец. Давайте продолжать. Хорошо. О вкусах не спорят. Угу. С чего, согласно крылатой фразе, начинается театр? С вешалки. С вешалки, все правильно. Я говорил о том, что сегодня не деньги, а призы выдаются. Да, скорее всего. От спонсора. Чупа-чупсы. Ну, чупа-чупсы, если уж совсем плохо будете отвечать. Какой город крупнейший по населению в Японии? Да я какой знаю город в Японии? Только Токио. Антон, вы неплохо отвечали на вопросы, поэтому вам достается самый дорогой подарок.
от нашего спонсора Евгения Шира Е-Продюксион. В описании есть сайт на него, на этого человека. Он похож на меня. Он просто ведет свадьбы всякие, корпоративы. Ну, недорого там, неплохо там видосы снимает. Вся информация подробная будет в описании. Спасибо нашему спонсору. Спасибо вам. Как говорится, сечете, да? Кто здесь? До свидания. Можно сфотографироваться? Да. Не против? Конечно, нет. С женой смотрим. Вот она удивится. Угу. Эх. Эх. О, офигеть, у меня шапка. Ой, я неплохо выгляжу сегодня. Вот. Так что такое? Будильник? Нет, это звонок в студию. Да, звонок в студию.